Друзья, всех приветствую! Хочу сегодня с вами потрещать, знаете, вот о таком явлении, как шаблоны нашего мышления и как мы постоянно попадаем в ловушки нашего мышления. Вы знаете, сейчас достаточно непростое время, сейчас реально люди находятся в каком-то стрессе, в таком вот, ну, непонятном состоянии, потому что непонятно, что будет в будущем. Да, мы со своим логичным мышлением привыкли прогнозировать, стратегически размышлять об этом, а сейчас это непонятно совершенно. И поэтому люди немножко стрессуют и паникуют, да, сказала бы так. И самое ужасное, из-за чего мы паникуем, это наша финансовая составляющая. Я как психолог, как тета-практик, очень много провожу консультаций, очень много встречаюсь с людьми. И вот реально про депрессии, да, про агрессии и про отсутствие денег, вот последний месяц, наверное, все мои консультации посвящены этому. Хотя, кстати, раньше на втором месте у меня всегда стоял вопрос по отношениям. На первом месте это было как раз финансовые вопросы. Так вот, смотрите, мы реально каждый имеем какие-то шаблоны мышления. И мы сейчас вот в этой стрессовой ситуации, мы вообще не видим возможностей. Я ровно несколько месяцев назад, да, оказалась тоже немножко в такой стрессовой ситуации для себя и совершенно, ну, я не знаю, отрицала все, что видела вокруг и не хотела видеть своих возможностей. Да, то есть мне предлагают, так, что-то не то, что-то какой-то подвох, ну и все предложения приблизительно вот так вот рассматривала. И тем не менее, да, закрыв свой бизнес, я перешла в сетевой. И я для себя обнаружила, что сейчас есть компании, которые работают по-новому, которые работают, ну, в принципе, все то же самое, что я делала и раньше, да. Это организация процесса, это подбор людей, это обучение. А я, как психолог и тета-практик, очень быстро обучаю людей, быстро даю программу, быстро даю им путь, по которому нужно идти. И уже, ну, где-то в первый месяц люди у меня начинают зарабатывать по 15-20 тысяч рублей и процентов на 20-30. У кого-то и на 200% эти доходы растут. Понимаете, как часто мы отталкиваем возможности от себя? Поэтому я вам хочу сказать, что прежде чем отталкивать какие-то предложения о бизнесе, о работе, которые вам поступают, просчитайте их хорошенько. Вполне возможно, что сегодня это ваш шанс. Ну, а я готова с каждым, кому интересны дополнительные источники дохода, встретиться и пообщаться.